Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Бывший футболист и главный тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев скончался в возрасте 74 лет, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Будучи игроком, Ярцев защищал, в частности, цвета костромского «Спартака», смоленской «Искры», московских «Спартака» и «Локомотива». В составе столичного «Спартака» стал чемпионом СССР 1979. В качестве тренера работал наставником «Спартака», волгоградского «Ротора», московских «Динамо» и «Торпедо», а также сборной России. При нем «Спартак» выиграл чемпионат России 1996. С 2016 по 2021 год Ярцев работал в качестве генерального директора «Тамбова». 8 июля Ярцев помогал Олегу Романцеву на тренерской скамье на матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» в Петербурге. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся!